Клин заявил о себе в Общественной палате РФ. Лидеры Клинской общественной организации «Лига равных» приняли участие в разговоре за круглым столом. Тема необычная, но очень актуальная – туризм для людей с ограниченными возможностями. Туризм развивает кругозор, дарит впечатления, а еще социально адаптирует. Об этом точно знают лидеры местного общественного движения «Лига равных». Татьяна Набиева, лауреат премии «Наше Подмосковье», дарит возможность путешествия людям с ограниченными возможностями. Вячеслав Хмельнов, кажется, все знает о программе безбарьерной среды и успешно помогает реализовать эту программу в нашем городе. На этом круглом столе Клин именно прозвучал как туристически привлекательный центр, в котором создается безбарьерная среда с учетом потребностей в маломобильных категориях ненаселения, и она фактически организована вокруг туристически привлекательных объектов. Для инвалида-колясочника наличие безбарьерной среды в самом там каком-то музее, ну, допустим, наш музей елочной игрушки, очень привлекательный с точки зрения инвалида-туриста. Но если ты в сам музей не можешь добраться, то есть наличие музея тебя безбарьерного музея не спасет. И вот тут как раз в Клину один из таких, я считаю, больших опытов органичной адаптации безбарьерной среды. Положительный пример округа не просто взят на заметку в Общественной палате России. В планах провести в Клину выездной круглый стол с участием общественников по теме создания адаптивной среды в малых городах России.